Эй! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Очередное безмонтажное видео на нашем канале «Мечта летать». Почему такое? Ну как вот такую красоту вам с утра не показать? Посмотрите, у нас стоит легенькая волна. Облачность, которая идет с перевалов, тает. Образуется феновая щель. Вы ее сейчас наблюдаете. И вот отскок, получается волна. И сейчас можно даже наблюдать, как воздух перетекает через хребет. То есть сейчас совпадает, и волна совпадает немножко с динамическим восходящим потоком, который присутствует на вот этом склоне. Виды потрясающие. У нас уже не май, конечно, месяц. Конец апреля. Какое сегодня число? 25-е, что ли? Да, но в горах выпал первый снег. Почему это и произошло? Ну, был такой катаклизм, выпало огромное количество осадков. И было достаточно холодно. То есть сейчас северный ветер всю эту штуку натянул с Атлантики. И из-за этого существенно похолодало. И сверху, естественно, внизу шел дождь, а наверху в горах шел снег. Вот у нас даже был случай, когда на 2 мая, там несколько лет назад, выпал снег. Тоже и даже в долине. И там уже черешня, были почти готовые черешни. Естественно, все вымерзло, помёрзло. Орехи, которые грецкие, самые терпеливые, распускаются позже всех. О, смотрите, как красиво сейчас на фоне облака пролетает тень планера. Вау, сейчас попробую вам эту же тень еще немножечко положить в другое облако. Грецкий орех весь сбросил листья, стоял до июня без листьев. Потом худо-бедно их опять завел. Мы думали, уже все, померзли все реки. В общем, вот такие катаклизмы случаются. Поэтому снег здесь у нас не редкость. Не зажигается, к сожалению. Оп, сейчас мне как сбросит с этой волны. Вот я немножко за склон зашел, это опрометчиво. Интересно, что уже кто-то ездил здесь. То ли ездил, то ли ходил. Уже по снегу видны тропы, следы животных. Действительно, смотрите, прям дороги какие-то. Сейчас я снизу вниз спущусь, мы с вами исследуем эти следы. У меня же теперь еще и следопыт. Красота какая. Я боюсь немножко сразу спускаться вниз, потому что не факт, что будет динамический восходящий поток нормальный. Но есть шанс, что опустившись чуть ниже, я уже не поднимусь и прекратится вот эта волшебная сказка вот этого полета. А мне бы этого, конечно, сильно не хотелось бы. Впереди вот как облачная масса. Туда мы не летим, у нас выключен горизонт. Мы летаем уже 2 час. И сначала все здесь было более затянуто, скажем так, облаками. И так летать было нельзя. То есть была небольшая щелочка, через которую мы выпрыгнули над облачностью. Но в течение дня, видите, облака тают. Позволяют нам так красивенько полетать. Сейчас я чуть-чуть опущусь вам ближе, посмотрим следы. Но кто тут ходил? Люди, звери. Ну, явно звери, друзья. Но с другой стороны, такой ровный свет. Может, и люди. Оп! Чуть повыше, сейчас на обратном движении. Попробуем пониже пройти, посмотрим. Сбросил скорость. Опять скорость 120, опять мы выше склона. Облака. Вот сейчас следующее может быть. Идет облачность с порциями. То есть приходит следующая порция облаков и нам закрывает видимость. Вот сейчас вот это вот облако мне очень не нравится. О, сейчас был красивый вид. Вот она, тень планера. Вау! Давайте сделаем еще раз. Я хочу еще. Ух! Сейчас определенный угол солнца. Сейчас утро. Ну, уже не ранее, а 9 с чем-то. Но солнце все равно под таким углом, который создает вот эти вот эффекты. Попробуем коп дойти. Должна загореться сейчас наша тень на облаке. Оп! Ну, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай. Ну, всегда появляется неожиданно. О, вот она, смотрите. Под крылом сейчас. Сейчас она больше на, вот на фоне зеленки. О,
смотрите, как красиво. Вау! Unbelievable. Ой, срочная эвакуация. Друзья, залетался. Ой. Немножечко залетался. Видите, облако. Пока я гонялся за тенью, я вылетел в серединку долины и врезался вот в эту облачную массу. Еще чуть-чуть, и дальше впереди склон опасный, в него можно врезаться. Но мы уже сюда преодолели все. Все сложности. Давайте я вам еще раз пройду пониже. Покажу следы. А? Почему? Да ты не бойся. Я же здесь семьи не знаю. Как красиво. Так, немножечко еще вперед. Так. Все постоянно меняется, друзья. Вот это вот, то, что сейчас создает нам волну. Видите, как падает облачность с горы. Всю эту штуку буквально через полчаса выключат. И вот этого кайфа уже не будет. Сейчас я вам еще сделаю один проходик с телефоном, как вы любите, форточку высунутым. И на этом мы, наверное, завершим мероприятие. Пойдем, будем уходить в долину. Видите, я уже еле-еле над этими скалами вешу. Не очень высоко-то. И главное, что облака мешают, начинают. Закрылок на единичку, на троечку переставлю. Так, сейчас приготовились, открываем форточку. Как оно? Да, вот. У нас же канал это с цензурой для детей. Поэтому мы выражаемся исключительно восхитительно, великолепно, непередаваемо. Что еще там можно сказать? Ой. Ну вот так можно на планере немножечко шалить. Друзья, видите, накрыло плитой над горкой нас, и, к сожалению, выше я уже, я сейчас попробую выше выбраться по склону, я сейчас сделаю проход, вот вы посмотрите, как это выглядит, когда сбросилось уже с вот этой волны. Помните, я говорил, что вряд ли я смогу удержаться, хотя нет, смотрите-ка, немножечко еще удается. Здесь сейчас некий динамический тоже поток, раньше была волна, но динамически рваный. Почему? Потому что, видите, впереди контрсклон, с него задувает ветер, и вот в некотором сочетании вот этот контрсклон и наш склон, на котором мы сейчас летаем, они создают, запускают очень удачную волну, такую местечковую, которая бывает даже в очень слабый ветер. Ну вот достаточно свалиться, как я сейчас свалился, и все. А там внизу очень высокий уровень турбулентности, всякие неприятности. Нам такого не надо. Затем, наверное, мы будем
Так, видите, у нас все хорошо, мирно. Можно за зиму раскланяться, откланяться. Мы попробуем еще пополетать, попарить. Я бы вам посадку показал, но посадка, это посадка еще долго. Так что на этой оптимистичной ноте, на вот этих красивых скалах. До новых встреч! А, нет, не так. До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Собирай ручку по прямой. Эх, красота.